сидячие. Смотрите, какие они сочные, аппетитные колбаски. Всем привет, дорогие друзья! Рады, что заглянули к нам на канал. Сегодня мы приготовим такое классное блюдо немецкое, квашеную капусту, тушеную со свининой ассорти. Это блюдо часто подается в пивных немецких ресторанах под хорошее пивко, много свинины, такое крепкое мужское блюдо для крепкой мужской компании. Ну, девочки тоже не откажутся. Вот посмотрите, здесь у меня, что я взял. Можно, конечно, разные варианты использовать. Я взял рульку одну, разрезал ее повдоль. Здесь кусочек грудинки. Здесь у меня копченая свиная шея. И несколько колбасок копченых. Это не салями, такие мягкие прикопченные колбаски. Ну, можно разные, как я уже сказал, варианты использовать. Итак, для начала нам нужно отварить немножко наши сырые ингредиенты, то бишь рульку. Пускаем просто в холодную воду. И грудинку. Примерно они одинаково будут вариться. Но, может быть, грудинка чуть быстрее. Посмотрим, может быть, ее раньше достану. Одну луковичку. Пару морковок, лаврушки и перчик горошком. Вот так, молодец. Все, тем хватит. Посолим хорошенько. И ставим на плиту. Как закипит, варим где-то примерно час. Может быть, рульке нужно будет полтора часа, посмотрим. Ну, я думаю, час будет нормально. Потом все равно у нас будет доходить еще в капусте все это. Сейчас пока на час варим, крышку плотно не закрываем. И на медленном огне потихоньку пусть варится. Итак, дорогие друзья, у нас прошел час. Грудинку я уже достал, она уже вот практически готова. Как я до этого сказал, до готовности готовить не нужно. Это еще будет сейчас вместе с капусткой томиться. Здесь вот у меня квашеная капуста, ее я промыл под проточной водой, поставил вот вся жидкость стекла. Теперь далее. Ставим какой-нибудь казанок на плиту. Разогреваем немного растительного масла. И слегка пассируем лучок. Здесь у меня одна крупная луковица. Сильно выжаривать его не нужно, так слегка румянец ему придадим, будет нормально. Рулька у меня пока что еще варится, томится потихоньку, уже будет скоро полтора часа, но это опять же все индивидуально, потому что мясо у всех разное, какое-то молодое, не молодое, поэтому смотрите. По своему мясу я не скажу точно, что час и полтора. Но что хочу сказать, оно не должно быть уже совсем готово, прям разваливаться, как рулька. Она еще будет доходить, поэтому до такой полуготовности отвариваем и все. Вот лучок у нас вот так поджарился хорошо, теперь отправляем капусту. Перемешаем с луком. Сразу же можно немножко убавить. Итак, друзья, что я использую из приправ? Здесь у меня ягоды можжевельника, черный перец, тмин. Тмин в капусте это просто обязательно, подходит отлично. И лавровый лист. Чтобы это все потом не вылавливать там из капусты, мы делаем так. Вот я беру просто фильтр для чая. Или какую-нибудь можно марлю взять. Я хочу. Давай вместе, девочка. Вот так, сюда. И по чайной ложечке. Примерно по чайной ложечке каждого сюда мы насыпаем. Давай я тяну. Вот так, лаврушки. И сейчас все это туда внутрь,
Все, хватит, Тём. И потом, когда уже будет готово, достаем и это выкидываем, и все ароматы останутся в капустке. Так, теперь берем копченую шейку. Я ее прям цельным куском беру, чтобы она так будет сочнее. Немножко в капустку ее. Наши приправы сюда же спрячем. Потом колбаски. Вот так вот. Грудинка сверху. И достаем рульки. Они уже почти что готовы. Одна. И вторая. Теперь здесь у нас замечательный бульон, в котором мы варили наше мясо. Берем вот так сверху, пожирнее. Капуста кислая, поэтому ее жирным не испортишь. И вот так сверху поливаем этим бульончиком. Половничка 3. Я даже думаю, наверное, 2 хватит. Посмотрим. Тут еще классный бульончик у нас получился. Можно сварить отличный супец, которому мы завтра утром будем очень рады все. Итак, друзья, теперь ставим на медленный огонь, закрываем все крышкой и томим часик-полтора. Посмотрим, как будет готово все это мясо здесь. Ну, час-полтора, я думаю, где-то так будет нормально. Ну, а пока готовится наше блюдо, пьем пивко, нагоняем аппетит и ждем за вас, мои дорогие. Это я не иду. Итак, друзья, у нас прошло 1.5 часа, наша капустка со свининкой готова. Вот такая вот вкусняшка. Сейчас достаем отсюда мясо на досточку. Вот так. Все проготовилось. Ароматы классные. Мясо мясом. Ну вот эта капуста, ребята, это, конечно, самый главный здесь козырь. Она пропиталась всеми этими копченостями, всеми приправами, свининой. Это будет просто класс. Теперь убираем пакетик с нашими приправами. Все это перемешиваем. Ребята, аромат как в хорошем пивном ресторане. Теперь выкладываем капустку. Вот так вот. Также здесь у меня отварной картофель. Отлично подойдет к этому мясу и капустке. Теперь порежем копченую шейку. Смотрите, какая она сочная получается. Я знаю, что некоторые режут вот так кусочками и готовят, но я рекомендую готовить ее цельным куском. Так она получится намного сочнее. Вот так вот середину рульку. Теперь у нас здесь еще грудинка. Тоже ее нарезаем такими аппетитными. О, горячая. Грудиночка сюда. Колбаски тоже разрежем повдоль. Смотрите, какие они сочные, аппетитные колбаски. Ко всему этому кружечку хорошего баварского пивка и будем пробовать. Ваше здоровье, дорогие друзья. Вах, вах, вах. Вот это вот. Как
копченую шейку. Попробуем. Горчичкой. Очень сочно. Капуста. Аромат, все эти копчености пропитали капустку. Класс. Картошечкой. Кусочек грудинки. Пивко прям следом просится следующее. Ребята, я это обожаю. Здесь вот так хорошей компанией, с пивом, с друзьями, за разговорами. Вот такие вот мясные деликатесы с капустой. Просто класс. Ну и на этой вкусной ноте, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. За вас. Будьте крепкими.